여성으로서 저는 그것은 예정한 것과 무조건 사퇴합니다. 근데 과거에 모두가 이게 공복이라고 생각을 하고 내각에도 Привет. Вот, сегодня отличный день, отличная погода и... Что? Что должен говорить? Что? И сегодня у нас, на самом деле, мы не отмечаем такие праздники, но так как мы живем в Корее, мы решили это отметить. Сегодня ровно 100 дней. После нашей свадьбы. Вот, да. После того, как мы приехали в Корею, вот поэтому мы идем куда? Мы идем кушать. А куда? Женя расскажет нам. Мы идем в бургерную, которая называется Shake Shake. Она очень популярная не только в Америке, но и сейчас в Корее. Она недавно появилась. Нет, она уже давно появилась, но каждый день там очередь. И если вы хотите туда прийти, то вам всегда нужно будет стоять очередь. Но сейчас мы проезжали. Сейчас мы проезжали на автобусе, увидели, что там нет очереди. И это еще одна причина того, что мы пойдем туда и попробуем эти бургеры. Увидимся где? Увидимся там, внутри. Да, мне сложно проговаривать название Шейка. Увидимся в Shake Shake. Увидимся в Shake Shake. Ну все, мы пришли, мы на месте. Та-да-дам! Вот он. Сейчас мы зайдем внутрь и будем заказывать... Бургеры. Сначала будем смотреть меню и будем заказывать бургеры. Посмотрим, что... чем будут нас там встречать бургеры. Ну, чем нас за шейк-шейкер. Чем нас за шейк-шейкер. Шейк-шейк. Поели, вышли. Блин, я даже чуть-чуть подмерзла на самом деле внутри. Вот. Ну и как? Сытые, довольные? Что ты можешь сказать про... Ну, мне понравился бургер. Единственное, если, конечно, сравнивать с Black Star бургером, конечно, он уступает, но мне понравилась атмосфера, мне понравился интерьер. Ну и работники очень вежливые, очень их много, и они в черных костюмах. Кстати, очень похожи на Black Star бургер. Ну, очень вкусные котлеты. Единственное, мне кажется, это не мраморное мясо. Но все равно очень свежий бургер и довольно-таки сытный, потому что мы ели с картошкой. Казалось, что нам не хватит, но я наелся. Я вообще думала, когда ты только принес поднос, я посмотрела на размер бургера и подумала, о, да, нам придется съесть этот бургер и пойти и заказать еще. Но на самом деле эта крошка была очень сытной. Я не знаю, что мне в бургер подмешали, чтобы быть... Я не знаю, что они сделали так, чтобы он был таким сытным. Вот, мне тоже понравился бургер. Мне понравилась картошка, но именно сейчас, если сравнивать с другими местами, картошка, конечно, уступает. Вот. А в целом, очень вкусно, очень сытно, и не могу сказать, что мы будем постоянно ходить, да? Ну да. Ой, может быть, раз в два месяца, может быть. Вот. Ну и как вы видите, сейчас нету никакой очереди. То есть в это время, сегодня вторник, то есть если вы хотите прийти покушать по-быстрому, то приходите во вторник в 4 часа. Всем спасибо. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.